доброго времени суток. Получил очередную бандероль из Китая. Здесь какая-то на ощупь коробочка. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так, это Лего. Лего, вот такой вот супергерой. Зеленый. Коробка вся помята. Но зато в коробке. На Алиэкспрессе я, как правило, заказывал себе без коробки. Были цена практически та же. Этот человечек стоит $1.06. Заказывал на сайте Gearbest. Доставка 4 недели. Сейчас давайте распечатаю. Коробка вся помятая. Ну, вот такой вот человек. Есть даже карточка одна. И больше ничего в принципе нет. Добирался сюда 4 недели. Стоимость $1.06. Заказывал на сайте Gearbest. Всем спасибо, всем пока.